Они не думали об этом так, но когда разрабатываешь Volvo, надо учитывать все. Не похоже, что она тут к месту. Вот это тут к месту. Скорее, она будет к месту на М4, в крайнем ряду, дышащая в затылок машине спереди, с раздраженным продавцом косметики за рулем. Он прав. Давайте на чистоту. Это сядет на брюхо. Не сядет. Сядет. Пока мы спорили, нам принесли задание. Вы должны найти исток реки Нил. И все? И все. Так мы как Ливингстон, Бертон и Спик. Да, у меня подходящая машина. Ну, для исследования, если бы Ливингстон был жив, а он уже все, да? Кен Ливингстон жив, но он не тот Ливингстон. Если бы исследователь Ливингстон был жив, он бы был за рулем универсала Impreza VRX. Да, но Спик мой любимчик среди исследователей того времени. Обожал бумеры. Он? Мы просто поедем. Я лично буду ехать вниз по склону. Ой, то есть нет, я поеду в горку. Да, чтобы найти исток, надо ехать в горку. Поехали. Исток реки... Исток реки Нил. Нил. Самая длинная река в мире. Величие воды протяженностью в 6500 километров, протекающее из самого сердца Африки и впадающее в Средиземное море, дающее жизнь и питающее миллионы. Поиски истока завладевали умами и жизнями исследователей на протяжении тысячелетий. Римские легионы, арабские кочевники, британцы в викторианскую эпоху — все они прокладывали путь сквозь неимоверную жару этого сурового континента, чтобы найти исток этого мощного потока. Сегодня мы присоединяемся к этому прославленному братству. Мы принимаем вызов, несмотря на опасность, невзирая на трудности и... Конечно, жаль перебивать самого себя, но, походу, у нас проблема. Мы нашли его. Да. Это озеро Виктория. Да. Люди уже знают на протяжении 160 лет, что это озеро является истоком Нила, и мы бы его точно не пропустили. Довольно большое. Большое. Оно размером с Латвию. Да, поиски не были такими трудными, как казалось. Моя машина вообще не пострадала. И моя. Что же мы будем делать оставшиеся... Мы начали несколько минут назад. Можно притвориться, как будто мы... Хотя нет, ведь слышно. Это невозможно пропустить. Послушай, мы нашли его, идиот. Исток реки Нил. Это не исток реки Нил. Это исток. Об истоке Нила до сих пор ведут споры. Британцы думают, что это озеро Виктория. Но сейчас известно, что в него впадает множество мелких рек. Одна из них и есть исток. На данный момент, к 2012 году, эксперты не смогли определить, какая из них именно. Это сделаете вы. Знаете что? Это хорошая возможность вписать наши имена в учебники истории. Найдя его, мы скажем, вот это он. И когда его обозначат на картах, мы скажем, это наше. Да, это хороший шанс. Неплохо, мне нравится. Что? Сказано, что эксперты не смогли определить его. Да. А с чего это мы сможем?